Подозреваемая в убийстве женщины, которая пропала в Чувашии в конце июля, задержана. Напомню, 39-летняя жительница республики приезжала в летний лагерь к сыну с неизвестным ему мужчиной, а сразу после отъезда перестала выходить на связь. Установлены обстоятельства безвестного исчезновения женщины, а также лица, подозреваемые в причастности к этому. Ими оказались трое мужчин и одна женщина. Местонахождение одного из подозреваемых было установлено на территории Республики Татарстан, а остальных на территории Пермского края. При этом у одного из тех, кто был задержан в этом регионе, имеются документы на двух разных лиц с разными датами рождения. Более того, под разными именами он находился в розыске по уголовным делам о мошенничестве. Автомобиль, принадлежащий потерпевшей, был обнаружен на территории авторынка в городе Советский Кировской области. За это время его уже успели перепродать 3 раза. В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними работают следователи.